Приветствуем российских нейрохирургов. Наши профессии отчасти сходны. Мы изучаем космическое пространство и его законы. Вы познаете закономерности внутреннего космоса человеческого организма, головного мозга, глубина и тайны которого могут сравниться, пожалуй, только с тайнами Вселенной. Мы желаем вам плодотворной работы, новых открытий и свершений на благо нашей страны. Спасибо вам за ваш ежедневный напряженный труд, который помогает сохранять здоровье и благополучие людей. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чук и Александр Гребенкин.